Весело и драйвово, с массой развлечений и сюрпризов. Так 26 июня в Покровске отметили День молодежи. Положили начало празднику и задали позитивный настрой местные роллеры. Что давно не катался, и это первое выступление за полгода, а так работа. Насколько приятно было выступить? Очень приятно. Ощущения невероятные, эмоции, все, ну, классно. Катаюсь я на роликах с 2012 года. Сегодняшнее участие даже это было не запланировано, честно сказать. Я вообще собирался на велодвижуху. Я проехал 80 километров, мне друг написал: приезжай, здесь будет классно. Я недолго думаю, буквально 5 минут и приезжаю сюда, и не передыхая сразу. И что, я часто падал. Откуда ты приехал? Я с Приветного. Какие у тебя впечатления? Замечательные. Вообще настроение супер. Уставший сильно, но настроение класс. А пока развлекались роллеры, любители приключенческих игр участвовали в квесте. Перемещаясь от станции к станции, команды решали головоломки, расшифровывали семафорную азбуку, соревновались в меткости. Эта станция называется «Сумасшедший повар». Перед участниками была поставлена задача сбить шариками стаканчики. Для детей это было очень увлекательно. И очень много детей старались все больше и больше здесь поскидывать стаканчиков. Поэтому... Но здесь же была не эта только станция, еще было много других. Поэтому, я думаю, нашим детям очень понравилось. А насколько меткие участники квеста сегодня? Ой, вы знаете, были такие метки, что за один раз сбивали перекладину и все стаканчики. А вот благодаря скаутам можно было ненадолго забыть о том, что находишься в каменных джунглях, и представить себя туристом в походе. Сегодня приготовили легкий вариант навесной переправы для детей, очень интересный. Помогал натягивать трассу лицей «Надежда» Кишканя Александр Николаевич. Дети прибежали пораньше. В общем, мы готовы, дети довольны очень и испытывают волнение. Мы даже не ожидали, вот, ну, придумали такую несложную трассу. Я думаю, такие мероприятия можно проводить очень часто, чтобы вот молодежь каким-то образом... Сегодня просто вот замечательный день, посвященный молодежи. Хотелось бы, чтобы это вот повторялось почаще, не обязательно к празднику. Ребята вспоминали, как оборудовать кемпинг, преодолевали препятствия и выполняли задания, с которыми должен уметь справляться каждый уважающий себя путешественник. Это было сложно, но вообще весело, очень круто. А почему решила попробовать? Чтобы развлечься. А до этого когда-то делала что-то подобное? Нет, это было впервые. А насколько интересно это вообще? О, ну как, это просто интересно, весело, все смеются. С других посмеяться тоже интересно, классно. Любители боди-арта могли разукраситься с помощью аквагрима и мехенди. И вот такими красивыми отправиться на продолжение праздника. В начале концертной программы зрителей поздравляли с Днем молодежи и дарили свое творчество местные исполнители. А я готовилась, на самом деле, не так уж и много, потому что эти песни, они на слуху, эти песни у меня в телефоне, они поднимают мне настроение, они делают меня счастливой, я просто с людьми поделилась тем, что есть у меня. На звуки музыки собрались множество жителей города. Популярные песни в исполнении молодых вокалистов дарили зрителям радостные эмоции. Покровский городской совет наградил грамотами самых инициативных и талантливых молодых людей, которые делают наш город лучше. Подякую від Покровської міської ради за активну участь у реалізації державної молодіжної політики в місті Покровськ та з нагоди Дня молоді Алексахіну Наталію Олександрівну, викладача вокального відділення. Награждали в першу чергу ті представники молодіжі, які активно ведут активную деятельность в развитии молодежной политики в городе. Это тренера, преподаватели, просто активные люди, инициативные волонтеры. Это те, которые вносят свой вклад в развитие Покровска, в его будущее и в имидж города. Это очень приятно, потому что мы трудимся, как бы не задумываясь о том, что это будет там кем-то учитано или еще что-то. Мы просто делаем свою работу, и когда она одобряется и находит одобрение у власти, у наших читателей, то это вдвойне, втройне приятнее. В
такой жаркий июньский день организаторы праздника решили совместить приятное с полезным и устроили конкурс, который помог участникам утолить жажду. 3-литровую банку молока нужно было выпить на скорость. 3, 2, 1, поехали! Самые быстрые, кроме порции кальция, получили еще и денежное вознаграждение. И 300 гривен получает Артем Яровой. День молодежи в Покровске впервые устроили шоу «Красок Холли». Это развлечение уже завоевало популярность по всему миру. И вот, наконец-то, жители нашего города смогли испытать волшебные ощущения, которые дарит эта традиционная индийская забава. Пару мгновений, и на месте празднования не осталось ни одного серого пятна. Настроение в День молодежи у всех было яркое и красочное. И этот факт, как говорится, налицо. Это было по-настоящему незабываемо. Шоу красок превзошло все ожидания и подарило море эмоций. Это было очень интересно и хотелось побольше вымазаться, чтобы сделать родителям инфаркт. Мне очень понравились. Меня вот это друзья обрызгивали, вот это и незнакомые, да еще и вымазывали меня красками. Водой в речке или дома отмоется в ванной. Очень красиво, очень впечатлительно, радостно. Очень хорошо. Мы ожидали, что будет так ярко, но что настолько позитивно, настолько это будет красиво, мы не думали. Мы очень довольны, очень красиво это все, очень яркие фотографии мы очень много делали. Очень все красиво, здорово. У нас никогда в городе такого не было, и нам очень понравилось. Мы не думали, что так будет весело. По телевизору это одно, по интернету, а в жизни это совсем другое. Очень сильно понравилось. Очень положительные эмоции, очень было весело. Все так веселились вообще. Празднику радовались с одинаковой силой и взрослые, и дети. Кажется, что такое понятие, как возраст, вообще не существовало для жителей города в День молодежи. Очень понравилось, молодцы. Голова наш необычно, первый раз. Молодцы, мне очень понравилось. Красиво красками осыпались, так тоже под звук песен. Молодцы, очень. С праздничком всех. Впечатление огромнейшее. Это такого еще не было. Это все удивительно, красиво, интересно, радужно. Какие впечатления? Огромнейшие! Конечно же, присутствовал на празднике и мэр Покровска. Руслан Требушкин поздравил жителей города с Днем молодежи. В виде очень много счастливых глаз, много хорошего настроения. Кто-то был слегка выпивший, кто-то абсолютно трезвый, но в целом, по-моему, праздника это не испортило. У многих жителей хорошее настроение, поэтому всех с праздником, с Днем молодежи, мира, добра. И самое главное, никогда, ни в каком возрасте, не старейте душой. Будьте молоды. С праздником! Приехали отпраздновать в Покровске День молодежи музыкальная группа «Ля Гранж» и Евгений Толочный. Артист родом из Донецкой области и всегда, отправляясь сюда на гастроли, очень ностальгирует. Я родом из Горловки, и первые 16 лет прожил в Горловке, потом уехал. В общем, настроение отличное, потому что сегодня День молодежи, и приятно было получить такое приглашение. Мы все безумно рады были сюда приехать и отыграть здесь концерт для молодежи сегодня. Поэтому эмоции самые классные. Толочный в нашем городе выступает уже второй раз. Кстати, он не понаслышке знаком с местными талантами. В 2007 году он вместе с Женей Мильковским участвовал в проекте «Фабрика звезд».
Вот сегодня собирался, мы написали о том, что я у него в его городе, вот обязательно это сделаю. Известные всеми любимые хиты исполнил для слушателей дуэт Two Voices. Вокалисты очень радушно были встречены публикой и задали жару. Сюрпризом для всех стал момент, когда дуэт, выступающий на сцене, неожиданно превратился в трио. Школьница Катя Бескровная из Покровска исполнила вместе с артистами песню практически экспромтом. Трио появилось прямо сегодня, буквально пару часов назад. Нам сказали, нужно спеть. Катя сказала, я хочу с вами спеть, ребят. Мы не могли отказать этой красивой девочке. Мы только один раз прорепали, одна была репетиция, и мы... Покров, Катя вас любит. Запомните, это будущая звезда. Я вас люблю, Покров! Заряжали светлыми эмоциями группа «Киев Электро». Артисты оправдали название своего коллектива. Выступление светящихся от счастья ребят озарило лица людей улыбками. Всем привет, мы группа «Киев Электро», Пальмира и Джонни М. Мы в вашем городе, в Покровске, впервые. И можем сказать, что безумно счастливы, что столкнулись с такой крутой молодежью, которая умеет танцевать, умеет отрываться. И самое главное, что это происходит все культурно. Поэтому желаем процветания вашему городу. Также желаем, чтобы побольше было праздников, потому что видно, что люди соскучились за концертами. Классный. Я люблю вас, мои белые братья и сестры. Мне понравилось здесь. Мы думаем, что приедем сюда. Аллилуйя! Шоу Must Go On. И продолжилось оно лазерным зрелищем. На десерт была космическая дискотека. Гости с планеты Татуин, диджей Дарт Вейдер и штурмовики зажгли так, что от празднования Дня молодежи в Покровске наверняка еще долго содрогалась вселенная.